Иногда вы можете не помнить точного имени файла, который хотите найти, а хотите найти его по содержанию. Для этого в Linux существует команда grep. В качестве первого аргумента она принимает строчку, а в качестве второго – файл, в котором вы хотите эту строчку найти. Если же вы хотите не найти строчку, а посчитать, сколько раз она встречается в файле, воспользуйтесь командой grep-c. Если же вы хотите найти строчку во всех файлах указанной папки, воспользуйтесь командой grep-r, а также передайте строчку и папку, в которой будет произведен поиск. Давайте рассмотрим несколько простых примеров. Первый пример позволит нам найти слово hello в файле file.txt. Второй пример позволит нам посчитать, сколько раз 1, 2, 3 встречается в файле file.txt. Третий пример позволит нам найти все файлы в домашней директории и ее подпапках, где встречается слово world. Попробуем теперь воспользоваться командой grep в терминале. Делать мы это будем на примерах рассказа Джека Лондона в оригинале. В первом примере я попробую найти слово world в рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни». Видно, что оно встречается в трех строчках. Давайте теперь я попробую посчитать, сколько раз слово «волк» встречается в этом же рассказе. Аж 20 раз. Однако теперь мне интересно, сколько же разные слова встречаются во всех рассказах Джека Лондона, которые мы взяли для примера. Воспользуемся командой grep-r-c и найдем, сколько раз встречается слово love во всех рассказах Джека Лондона, которых мы взяли. Ни одного раза в каждом рассказе. Посмотрим теперь, сколько раз слово death встречается в этих же рассказах. Намного больше. Что-то нам это все-таки говорит о Джеке Лондоне.